После отмены самоизоляции удвоилось число личных банкротств россиян. В июне граждан, объявленных финансово несостоятельными, стало рекордно много. Причем, как говорят эксперты, пока на статистику месяца в большей степени повлияло временное закрытие судов, а не резкое падение доходов. При этом аналитики считают очевидным, что Россия стоит буквально на пороге вала банкротств. Он начнется осенью и растянется на следующий год. Что же происходит сейчас? За первые 6 месяцев года суды вынесли 42 700 решений о признании граждан банкротами. Для сравнения, за тот же период прошлого года процедуру личного банкротства прошли 29 000 человек. Всплеск пришелся на июнь, когда обанкротились сразу 11 500 физлиц и индивидуальных предпринимателей. Это как раз тот самый эффект окончания карантина. Во время самоизоляции суды реже рассматривали банкротные дела граждан, а потом вернулись к стандартному режиму. В любом случае, это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Федресурса, Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Такого количества рассмотренных дел о финансовой несостоятельности не наблюдалось ни в один месяц с момента возникновения нормы о банкротстве физлиц в 2015 году. Еще один важный момент. Банкротство граждан в подавляющем числе случаев инициируют сами же должники. Так было и ранее, но доля таких заявителей в первом полугодии 2020 года выросла до 94%. Для сравнения, годом ранее чуть менее 90% должников сами просили признать себя несостоятельными. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о внесудебном банкротстве граждан. Документ должен существенно упростить процедуру, снизить порог долговых обязательств и сделать ее более доступной. В июле он должен пройти второе чтение. Пока же действующая процедура личного банкротства предусматривает необходимость обращения в суд. Что ждет человека на этом пути? Давайте обсудим. В гостях Елена Самаркина, независимый финансовый консультант. Елена Валерьевна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот слушайте, давайте разбираться, помогите нам в этом вопросе. Все-таки же не каждый человек может, да, признать себя банкротом. Вот кто и при каких условиях может инициировать эту процедуру? Законом у нас установлена обязанность человека, у которого долги свыше 500 тысяч рублей с просрочкой более 3 месяцев, заявить о своем банкротстве. То есть не по желанию, а закон говорит, что обязан. То есть не справляешься с долгами, обязан объявить себя банкротом. То есть прям обязанность, то есть даже если временные какие-то трудности, может быть, я надеюсь, что через там спустя 3 месяца... Нет, конечно, если временные трудности, есть отсрочки, рассрочки погашения долгов, тогда можно справиться. Но если нет перспективы, если человек не видит, то наступает обязанность объявить себя банкротом. Но ведь есть же еще возможность не только самому должнику, да, инициировать эту процедуру. Инициировать банкротство может и кредитор должника, соответственно, да. На какой алгоритм есть действий? Независимо кредитор, либо сам должник, идет обращение в арбитражный суд по месту жительства должника. Суд принимает исковое заявление о признании должника банкротом и рассматривает его примерно через месяц. На первом судебном заседании как раз-таки и выносится вопрос о том, соответствует ли должник, то есть является он банкротом, не является банкротом. То есть банкротство суд признает банкротом на первом судебном заседании человека. То есть сразу практически? Сразу, но процедура на этом только начинается. То есть здесь немножко нужно разделить понятие. Признать банкротом – это не значит, что… Закрыть все долги сразу, да? Да, то есть это не значит, что все долги уже ушли сразу. То есть это только начинается процедура. Банкротом признаются те люди, у которых имущества не хватает для того, чтобы погасить полностью все обязательства, которые у них есть на данный момент времени. Вот это, в этом и разбирается суд. В дальнейшем, когда начинается процедура после признания банкротом, идет рассмотрение уже финансовым управляющим совместно с судом, все обстоятельства жизни человека. Вы сказали, если имущества не хватает на погашение своих долгов, значит, будут гаситься долги имуществом. Кто определяет, какое имущество и что могут забрать? Имущество забирают, все, кроме того, которое предусмотрено законом об исполнительном производстве, как не подлежащее взысканию. То есть не подлежит взысканию и обращению в процедуре банкротства имущества. Это единственное жилье должника, это доходы. Если оно не в ипотеке, да, насколько я помню? Если оно не в ипотеке, да. Если жилье в ипотеке, то это жилье, к сожалению, также реализовывается в процедуре имущества. Также денежные средства в размере прожиточного минимума на должника и членов семьи нетрудоспособных.
предметы обычного домашнего обихода, ну, то есть, в принципе, домашнее имущество, как бы, как правило, не включается в конкурсную массу и не подлежит взысканию. Угу. То есть можно говорить, что процедура банкротства – это, ну, можно сказать, не панацея, да? То есть это возможность разобраться вот со своими долгами именно. Это процедура для человека, ну, который действительно уже не видит выхода. Угу. То есть потерял работу, случились какие-то трудности в семье. Ну, для этого и предназначена процедура. Ну вот вы знаете, очень много же вот реклам, дескать, обратись и забудь о долгах, мы избавим от долгах. А при этом, при всем, понятное дело, что есть люди, у которых, ну, действительно безвыходная ситуация, они обращаются, тут вопросов нет. Но бывают ли такие люди, которые злоупотребляют, и как это в жизни происходит? Ну, бывают, конечно, люди, но для этого и есть процедура, которая длится примерно от полугода до 8 месяцев, если нет имущества. В течение этой процедуры финансовый управляющий и суд как раз-таки рассматривают деятельность человека. И при том не то, что есть сейчас имущество, а рассматривается жизнь человека в течение 3 лет до подачи заявления о банкротстве. Рассматриваются сделки, которые человек производил. То есть не было ли увода имущества в ущерб кредиторов за это время. То есть это не так просто, как кажется. Ну и более того, хотелось бы предостеречь зрителей. Сейчас участились случаи такой рекламы, когда обещают компании признать банкротом за 3 месяца. Вот в интернете очень много вижу сейчас. Или даже за 1 месяц. И буквально за какие-то маленькие деньги. Так вот, это вот то произойдет, о чем мы говорили. Они доведут дело до суда, до первого судебного заседания, а потом бросают человека. А сама процедура и сама, скажем так, тот момент, когда нужна помощь должнику, как раз-таки происходит во время всей процедуры банкротства, а не только когда его признают. То есть признать банкротом и освободиться от всех долгов – это не тождественные вещи. Ну а сколько примерно времени в среднем уходит на то, чтобы признать человека банкротом? Если нет имущества, которое будет реализовываться в процессе процедуры, то от 6 до 8 месяцев сейчас у нас практика такая. Но это же не все не просто так, есть же последствия этой процедуры. Да, что ждет вот людей? Последствия четко написаны в законе о банкротстве. Это в течение 5 лет нельзя повторно признавать себя банкротом. В течение 5 лет при обращении в кредитной организации человек должен говорить, что он был банкрот, то есть сообщать об этом кредитным организациям. И в течение 3 лет нельзя занимать руководящие должности в юридических лицах. Вот это все последствия, которые установлены законом. По поводу распространенных мнений о том, что за границу нельзя выезжать или какие-то иные последствия, то есть это все надумано, таких последствий нет. Ну и нужно понимать, что это не бесплатная процедура, да, насколько я понимаю? Процедура очень дорогая, да. Если брать те цены, которые предлагают сейчас компании, то у нас процедура сейчас в городе стоит не менее 100 тысяч рублей. Для человека. А вот что касается законопроекта о внесудебном банкротстве. Вот здесь нет ли такой опасности, что люди, ну, действительно начнут злоупотреблять, да, этой возможностью и просто отказываться от своих долговых обязательств? Ну, законопроектом установлено достаточно моментов для защиты прав кредиторов. К примеру, возможность кредитора инициировать судебное банкротство в случае, если, например, кредитор будет знать, что есть имущество или иные какие-то обстоятельства. Но я так думаю, что это еще не окончательная редакция, и сейчас также идут и банковские структуры, и иные кредиторы, они, то есть, ну, законопроектом не все согласны, скажем так. Я думаю, что он еще пересмотрится, и, возможно, может быть, в него будут вноситься еще какие-то дополнения и изменения. Ну, получается, чтобы войти в процедуру банкротства, нужны какие-то деньги. И я, насколько понимаю, то есть вот из этой конкурсной массы эти деньги не выпишутся. Их нужно находить изначально, да, ну, скорее всего? Ну, как правило, да. Есть официальные расходы, те, которые установлены законом, могу перечислить.
Это 25 тысяч рублей человек должен внести в депозит суда до начала процедуры банкротства. Это установлено законом. То есть это идет вознаграждение финансовому управляющему. 300 рублей составляет государственная пошлина за подачу искового заявления в суд о признании банкротом. Также в процедуре, при начале процедуры финансовый управляющий несет затраты определенные, которые законом возложены на оплату должником. Это затраты на публикации объявлений в газете «Коммерсант» и в ЕФРСБ, Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве. То есть это все тоже платно. И эти расходы минимум составляют где-то в районе 15 тысяч рублей. Лена Валерьевна, вот вы сами как считаете, нужно ли вот эту процедуру вообще упрощать, и прежде чем человеку обратиться, да, инициировать процедуру банкротства, что нужно оценить, какие свои возможности? Вы знаете, я считаю, что эта процедура, ну, скажем так, уже крайний шаг для того, чтобы решить возникшие проблемы. Так как, во-первых, да, это не дешево, а во-вторых, еще мы не знаем, что будет впоследствии. То есть как данный момент в истории человека, он может сказаться на том, что будет в дальнейшем. То есть, возможно, может быть, он на какую-то хорошую работу захочет устроиться, и это сыграет минусом. А возможно, и я думаю, что вот в нынешней ситуации и в дальнейшем у нас только увеличится число банкротств, так как экономическая ситуация в стране этому способствует. Ну, лучше, прежде чем брать кредит, все-таки оценить свои, наверное, финансовые возможности, попробовать это сделать. Это однозначно. Да. Спасибо вам большое. На студии была Елена Самаркина, независимый финансовый консультант.